Сегодня в Барнауле прошел общегородской субботник. Убрать с газонов и аллей опавшую листву и мусор вышли сотни горожан. На улице Аванесова, где трудились работники мэрии, процесс ускорили благодаря специальной машине по сбору листвы. Здесь же высадили молодые деревья, рябину, тополя, всего 50 деревьев. Отметим, месячник санитарной очистки Барнаула продлится весь октябрь. При этом до 18 числа городской полигон ТБО будет принимать мусор от горожан бесплатно.